Слушай, я ее записываю прямо сейчас. Сейчас я посмотрю поближе. Ну, вряд ли это МКС. МКС, по-моему... Вижу, вижу. Я ее держу в кадре. Вот она мимо звезды пронеслась. Не, ну это не МКС. Это просто спутник. Да не, она огромная. Просто МКС, он же там 100 метров. О! На фоне звезд вообще классно видно, как оно, с какой скоростью. Ух ты! 3 сентября 2021 год, Харьков. А время сейчас даже не скажу сколько. Ну, около 8, наверное, сейчас попозже. Не, это не МКС, просто спутник. 8.22. Значит, 20 часов 22 минуты. Шикарно получилось. Он на фоне звезды. Так это он еще на фоне одной из звезд Большой Медведицы пролетел. Я даже не знаю, значит, возле... Совершенно случайно, ты представляешь? Ну, давай, сейчас я тебе наведусь. Я сейчас ISO поставил 6400. И сейчас будет намного лучше, конечно, видно. Спутник. Особо не топчите. Спутник, спутники. Да ну там, даже если наступишь, сумка, чехол, ничего с ней не будем, там ничего такого нет. Вот сейчас будет шикарно, просто видно спутники. Тоже хочу. Сейчас, секунду. Вот сейчас будет в кадре. Вот, смотри, вот. О, и спутники видны, слышишь? Да, вообще. Два, да, шикарно. Вот это справа Калиста, потом идет Европа, потом Ганимед и Смир, да. То есть потом Ива, Ганимед. А, все, ушло. Ушло. А вот, да. Сейчас я чуть-чуть поправлю, и он будет через кадр пролезать. Ой, подожди. Подходи, чтобы оно переключилось, оно не видно. Ага, ага. Справа два спутника, слева пока не видно ничего. А, вот он вылазит. Слева последний это Ганимед, по-моему. Ага. Он вылез тоже. Ганимед, он размером с Марс. Самый большой спутник Солнечной системы. Красота. Все уходит. Да, хорошо посмотрим. Даже удачно. Ну видишь. Как-то ты спросил, видишь, вовремя. Ладно, добро. Побежал я, а то сейчас жена начнет звонить. Да, давай, счастливо, счастливо. Приятно было пообщаться. Давай руку пожму. Да. Спасибо большое. Да не знаю, что делать. Сегодня ветер. Не знаю. Ну смотри, на видео. Посмотришь на этот спутник, увидишь его. Как он мимо звезды пролетает, там вообще шикарно получилось. Я же его выложу, подожди, я тебе не сказал. Это будет выложено сегодня поздно ночью. Может, завтра утром уже будет видно. Да там 1500 видео. Ну, посмотри, да. Взаимно, взаимно, давай. И вот у нас Сатурн. Тут даже придется уменьшать выдержку, потому что слишком сияет. Да, но надеюсь, утром еще МКС посниму. Если будет такая же погода, неожиданно разошлись облачка. Ветерок мешал вечерним съемкам, но он поможет с утренними. Разогнал облачка. Так, где наши летучие мышки? Так хотелось их поснимать, они уже разлетелись, что ли?
Венера уже ушла. Ну ладно. Значит, озвучим. 20:24 по Киеву в Харькове, 3 сентября 2021 год.